Каждый год Бетис начинал чемпионат с какими-то там радужными надеждами, но затем оказывал календаря. А с другой стороны, можно сказать, что один из самых неприятных только одну победу одержал на выезде на Валенсию. Еще три матча состоялось. Реал Сосьедад выиграл Вигу и Сельту 3-2. Жирона 2-2 сыграла в этом матче. Марк-Андре Тер Штеген в воротах был первый, Йордиаго 18-й левый защитник справа, Нелсон Семеду 2-й. Семелю Мсити 23-й, Хавенс Керам 14-й в центре обороны. Срин Тошка сегодня 21-й номер играет слева в обороне, справа Антонио Барраган 19-й, Зухейр Фидаль 4-й, Айсам Анди 23-й. В центре защиты Андрес Гуардадо 18-й. Испании Барселона против Бетиса. Дал свисток Крухио Суарес. Месси выполняет передачу на Бускетса. Серхио Роберто. Хорошо решает соперника. Серхио Роберто слева в штрафной. Серхио Роберто дает передачу. Удар! Мяч летит мимо. Дуофил нанес этот удар. Первый момент Дуофил. Вот здесь, казалось бы, мяч перехватывает Нарвайса подалеку от штрафной. Но на самом деле так получилось, что он запустил по флангу Серже Роберто. Еще раз пробил Дуофил. Ракетич пытается пробиться по центру, мяч подбирает Месси, эффектный финт Месси. Месси держит мяч по центру, он носит удар! В составе Алавеса. А теперь он уже в центре обороны Бетиса. Начинаем этот сезон. И зарабатывает штрафной Лео Месси. Месси! И мяч пошел выше. И задел. Одного из игроков стенка. И кончит результат. Центр передачи принимает Месси. Месси дальше вправую. Хороший момент Дуофил. Удар блокирует защитник. Еще раз смотрим, как Дуофил удар выполнял, но успел помешать ему Ален Тошка. Здесь мяч за спиной остался у Жерара. Бускетс, Месси, снова Бускетс. Возвращает он мяч Месси. Месси наносит удар. Рядом со штангой летит мяч. На коротке Пату так и не смогли подобраться соперники. Не здесь, не здесь. И удар из-под защитника. Да, действительно, совсем рядышком. Со штангой пролетел мяч после этого удара Лео Месси. Обрабатывает мяч капитан Бетиса и пасует вперед на Серхио Леона. Серхио Леон вошел в штрафную. Слева Серхио Леон, перед ним МТТ. Серхио Леон. Финт. Еще один. Удар Маскерано блокирует. Ну, да. На Серже Роберто передача. Тот вошел в штрафную площадку. Удар блокирует Айсам Анди. И будет угла. На Семеду перевод. Дуофил в штрафной площадке. Пробрасывает Дуофил. Прострел. Голкипер в игру вступил. Сопернику колумбийский полузащитник. Ну, а мы еще раз смотрим, как здесь Жерар Дуофил ускоряется. Простреливает. И в игру вступил Антонио Адан. Вот выбить за этим сразу не удалось. Подальше. И в итоге Барселона... Удар Лионеля Месси, штанга! Выше ворот он пробил, выполняя предыдущий штрафной. Сейчас пробил так все ближе и ближе к голу Лионель. Но пока что по-прежнему 0-0 на табло стадиона Камп Ноу. Вот рядом со штангой теперь удар в штангу. Месси получает мяч по центру. Месси, Месси идет в штрафную, дает правее. Дуофил, Месси, гол! 1-0 на 36-й минуте. Ну и посмотрим, от кого же мяч залетел в ворота Бетиса. Поздравляют, конечно, партнеры Лео Месси. Вот здесь пас очень хороший был от Бускетса. Затем движение Месси. И тут понятно, что защитники прежде всего реагируют, конечно, на Месси. Да? Он отдает на Дуофил. И тут же делает рывок в свободную зону. А мы посмотрим здесь. А это не гол Месси. Он не коснулся мяча.
отдавал дуло Фил. Вот касание было. Нет, Месси, похоже, все-таки не задел. Касание было Тошки после прострела дуло Фил. И мяч оказался в воротах. 1-0 в пользу Барселоны. Гол Алины Тошки, что больше похоже, конечно, на правду. Но для Барсы важно, что... Ух, смотрим атаку Серхио Леон. Серхио Леон 1-1. Серхио Леон опасно. Маскерано в подкате. И мяч он выбивает еще раз. Вот он уже готовит удар. И Маскерано. Фух. Вот это подкат. Действовал в этом эпизоде и сумел выбить мяч. Пас на Дуло Фео от Месси. Дуло Фео затем борьбу выигрывает. Дуло Фео. Передача чуть назад. Серж Роберто. Гол! 2-0 на 39-й минуте. Только-только был момент у Бетиса. Тут же Барса поворачивает игру в сторону ворот соперника и увеличивает свое преимущество в счете. Серж Роберто уверенно направляет мяч в сетку ворот. А он всегда есть в таких ситуациях. Безусловно. Но Маскерано все сделал на высшем уровне. Ну а здесь хорош Дуло Фео. Отбирает он мяч у Фидаля. Выкатывает на Сержа Роберто, и Барса выигрывает уже 2-0.